действительно в очень затруднительном положении. Но все-таки это юбилей, конечно. Не мой, но так получилось, что мы с мамой однофамильцы. Вот. Значит, должна быть какая-то, конечно, песня о маме. И я подумал, что из всего, так сказать, своего не очень обширного репертуара подошла бы песенка о бабочке, которая крылышками бяк-бяк-бяк. Хорошо, когда в 75 еще леди сеньора Фомина сил хватает на сцене играть, суп варить и воспитывать сына. Жизнь прекрасна, но надо признать, в ней вторая пошла половина. А, мамочка, а крылышками бяг-бяг-бяг-бяг, через три ступенечки прыг-прыг-прыг-прыг, сына по головочке шмяк-шмяк-шмяк-шмяк, и в театр эстрадочки шмык-шмык-шмык-шмык. А, мамочка, а крылышками бяг-бяг-бяг-бяг. Однофамилец.